привет. Привет. Раздевайтесь. Мам, о. Хорошо прошел праздник. Хорошо прошел праздник. Мама, это мальчик? Это девочка. Ой, девочка, девочка, девочка. А как ее зовут? Немира. Как? Немира. Немира, Немира. Можно Мира называть. Мирочка, Мирочка. Мирочка, хорошо. Сейчас я ботиночки сниму собачку. Давай, Аня, тебя возьму. Только ты у нас тут ничего не ешь, а? Я приехал и офигел сегодня. Мам, она откуда, мама? Ксюша. Не знаю, мы пришли, а она здесь у нас. Я дверь открываю, а тут такое чудо бегает. Она у нас будет жить, мамочка? Пожалуйста. Можно? А кто это? Это Хасочки. Теперь надо для Хасочки пожертвовать свои игрушечки плюшевые. Сидеть. Да? Ладно, я ей помогу, а ладно? Ксюша, вам не жалко будет игрушки плюшевые? Иди, проходи. Ты хочешь? Играть. Будем играть. Мама, можно мы поиграем с ней? Конечно. Это на Новый год подарок, после Нового года подарок. Давай, Аня. Мы хотим сейчас поиграть. Мира. Аня, это Мира. Мира. Даже Мира. Мира. Что, освоилась? Она поспала. Мама, ты ее Мирой назвала? Нет, она уже сказала нам. Дед Мороз так назвал ее. Ой, Мира, ты меня напугала. У нее вон там бумажка лежала на кресле и написано, что это не Мира. Кто ее уже так зовут? Мира, покажи. Вон, видишь, бумажка. Да, документ. Видишь у нее? Ань, дадим Мире нашу игрушку. Есть? Смотри, чем голос. Давай, лови ее. Она защищает свою игрушку. Молодец. Хорошая Мира. Мира, иди сюда. Мира, иди сюда. Она любит бегать, ты убегай, она за тобой будет бегать. Мира, Мира, Мира!